Тумсо, трудно ли выжить низшим слоям населения в Швеции, или квартиру и машину может позволить каждый дворник и простой работяга? Ну, квартиру и машину, наверное, не может позволить себе, бедные люди тоже наверняка есть, но здесь очень хорошо устроена вот эта вот социальная сфера, и прожиточный минимум тебе обеспечат социальные службы. Вообще в Швеции это такой гибрид капитализма, социализма. А коммуны, они здесь играют очень важную роль. Как коммунизм, как вы знаете, от слова коммуна. В общем, машины, там какие-то, я не знаю, дорогие гаджеты, все подобное они наверняка себе позволить не могут. Но квартиру, жильем их обеспечат. То есть бездомных я здесь вообще не видел. Жильем их обеспечат, прожиточным минимумом их обеспечат. Остальное шиковать они, наверное, уже не смогут. Если хотят что-то покупать, машины, квартиры и так далее, им придется работать. Если будут работать, тогда смогут. Если человек работает, то для него открываются все вот эти вот блага, которые есть там во всем продвинутом мире, типа рассрочки, там всякие кредитования, ипотеки. Но под благами я имел в виду не ипотеку и не кредиты. Это не выносите мне, пожалуйста, такфир. Я имел в виду всякие социальные, короче, льготы, поддержка государства. Это все здесь есть для работающих людей. Но если ты не работаешь, то тебя будут просто вот, тебе будут давать вот этот прожиточный минимум, и постоянно тебя будут мотивировать, чтобы ты работал. Здесь тебя так просто так же тоже не оставят. Типа, давай вот на социалке, пока не умрешь. Нет, здесь будут постоянно тебе напоминать, тебя будут напрягать всячески, будут создавать тебе условия, чтобы ты слез с иждивения и стал работать, если ты работоспособный. Если не работоспособный, если ты инвалид, допустим, или пенсионер, то тебе никаких претензий, ты можешь здесь кайфовать. Ты будешь полностью обеспечен.